Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня очень простое блюдо. Это песочные трубочки с кремом из сгущенки вареной со сметаной. Уверена, что в каждой семье есть любимый рецепт песочного теста. Я предлагаю наш семейный рецепт попробовать вам приготовить. Приступаем к приготовлению теста. Подробный рецепт будет под видео на канале. Нам понадобится 430 грамм масла, либо маргарина. Семьсот грамм муки, пол чайной ложки соды, мы ее не гасим, чайная ложка соли. Все ингредиенты, которые нам понадобятся. Процентной сметаны 340 грамм. Я подбила немножко теста, сейчас добавляю сметану и добавляю оставшуюся муку. Тесто я подбила немножко, вот такое оно мягкое. Сейчас домешу руками. Маргарин, сливочное масло, что будете использовать, можно немножко растопить в микроволновой печи, либо время, если есть, так, чтобы оно было мягкое. Тесто подмесили руками. Такое оно. При замесе теста маргарин, либо сливочное масло, что вы используете, должно быть мягким. Все, тесто у нас готово. Убираем в холодильник для охлаждения. И что буду? Тесто у нас охладилось. Такое оно мягенькое, хорошее. Начинаем катать трубочки. Сразу хочу сказать, у меня есть готовые железные, но если у кого нету, можно вот такие сделать с пергаментной бумаги. Я их здесь закрепила степлером. Они делаются очень просто, как кулечки. И острый уголочек заправляется вовнутрь. В принципе, выход из положения. У кого нету таких железных заготовочек. Берем небольшой кусочек теста, остальное будем убирать в холодильник, пока работаем сагивать. Тесто мягенькое, не бойтесь, катайте потоньше. Нарезаем полосочки. Так, показываю, как закручивать. Я закручиваю снизу. Нахлёст. Все, и закрепляем. Такая трубочка. Слушай, вот точно вкус детства, Тань. Вот еще бы чуть-чуть сильнее, она прям вот коричневая-коричневая была бы, как вот
А сколько вы варили по времени? Часа больше двух. Ну, не три не варили. В принципе, вот так нормально, да? И на эти трубочки нормально. Делаем немножко внахлёст, еще раз говорю. Чтобы крем у нас не выходил. При выпечке они запечатаются. Ложим швом вниз. На противень мы подстелили пергаментную бумажку, чтобы не прилипало. Все-таки они жирные. Так и так прилипать не будут. Как я сказала, духовка 180 градусов. Отправляем на 20-25 минут. Сейчас будем готовить крем. Пока у нас печется, готовим крем. Так, 200 грамм сметаны 20%. У меня магазинная она. И 400 грамм вареной сгущенки. Крем будет нежный, легкий. Начинаем взбивать. Крем мы взбили, он получается достаточно такой вот жидковатый, но он охладится, будет погуще, но нам гуще не нужен. В трубочках должен быть мягкий крем. Крем у нас приготовился, он такой нежный, не густой. Я, кстати, забыла, что еще сказать, что в крем, ну, под видео будет все написано, в крем еще ложится обязательно лимонная кислота, сок лимона. Тогда крем начинает твердеть, но он слишком густой не будет. Я наполняю мешочек и начинаем заполнять. Крем получился кремового цвета. Из-за того, что сгущенка вареная, очень замечательно пахнет. Трубочки должны постоять хотя бы часа два. Не обязательно в холодильнике, чтобы напитались кремом. Смотрите, какие замечательные трубочки у нас получились. Они ароматные, тесто нежное, крем замечательный. Они должны немножко постоять пропитаться и будут еще вкуснее и нежнее. Пеките вместе со мной, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Соль и перчик» с Высоцкой Татьяной.